На улице Адмирала Юмашева универсал столкнулся с гибридом. От удара машины развернуло на проезжей части. Автомобиль Toyota Sprinter Carib мчится по улице Адмирала Юмашева в сторону Баляева. Универсал едет по крайней левой полосе. За рулем молодой человек, он спешит на работу. В этот момент в районе дома 16Г на главную дорогу неожиданно выезжает Toyota Prius. Водитель гибрида собирается повернуть налево, но не успевает совершить маневр. Универсал бьет гибрида в левый бок. Он сам говорит, я просто не увидел. Да я его увидел, вот буквально метров за пять. Он как ехал, так и поехал. Такое. Он так ударил и развернуло его. Так да, 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 я его ударил в заднюю дверь и его развернуло просто от удара. На дороге, да? Да. Неудачный день. Водитель Toyota Prius приехал во Владивосток из Спасска Дальнего. Своей вины в случившемся он не отрицает. Молодой человек говорит, что неплохо знает город, но такого поворота не ожидал. 21 получилось, пропустил. Да, поехали. Один притормозил, а этого водителя вообще я даже, ну, да поворот еще такой, я бы, блин, знал бы лучше. Крутанулся бы, но... В результате столкновения машина разворачивает на дороге. Другим автовладельцам приходится постараться, чтобы их объехать. Из-за аварии на дороге в обоих направлениях образовалась огромная пробка. Машины перегораживают большую часть трассы, свободна одна полоса. Повреждения у обеих серьезные, и водители дожидаются сотрудников полиции для оформления ДТП. Водитель универсала уверен, у его автомобиля восстанавливать уже нечего. По всей видимости, машину придется продать на запчасти и купить новую.